Мир на Донбасі та відновлення територіальної цілісності держави має стати першочерговим завданням нового парламенту. У цьому впевнений народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, після формування коаліції та нового уряду Верховна Рада має вирішити проблеми, які найбільше турбують українців. Безусловно, це питання завершення війни. І ми підготовили в качестві першочергових законы, которые этого касаются, это закон по изменению Конституции по особому статусу для территорий на 5 лет сроком. И это закон об амнистии, который был принят парламентом, но не подписан спикером в предыдущем созыве. Это законы, которые касаются восстановления экономических отношений и социальных выплат на неконтролируемых территориях Донбасса. Второе – это законы, которые касаются поддержки социальной и отмены так называемых реформ медицинской, освятянской, которые, в общем-то, принесли много бед стране. И внесение изменений в пенсионную реформу, так называемую. Поэтому у нас есть первоочередные законопроекты. Я рассчитываю, что мы получим поддержку в парламенте. Мы их вносим уже 29 числа. Практически они были в предыдущем составе парламента. Но они просто не рассматривались из-за того, что парламент блокировал все эти инициативы, тот состав. Этот состав, мы надеемся, будет более конструктивный. В любом случае, мы сделаем все для того, чтобы это состоялось.